В магазин, потому что был запах паленой проводки. Я им говорю: девчата, вы как работаете? Вы просто невыносимо. Они стали убегать с одной кассы на другую, что говорят. Говорят, здесь невыносимо работать. Пламя пошло по низу холодильника. Они увидели, что горят. Потом уже пламя перекинулось наверх холодильников. Тут они стали пожарку все вызывать. Вот. Потом мужчина забежал с заднего хода, взял огнетушитель. Ну, конечно, это было молниеносное уже воспламенение. Девчата успели выбежать, в общем, они просто своими личными вещами выбежали. Я успела вот то, что купить, а хотя, говорю, девчат, да вы что, говорю, быстро вызывайте пожарку. Вот, ну, тут они вызвали, но, говорю, это быстро все пошло. Меня не отоварить еще успели. Вот, а во сколько это было? Так, сейчас я время глянула, это было, наверное, точно не скажу, без 20:10 или как, я еще... 29. Да. Минут 10-10, наверное. Я еще приехала, говорю, рано. Приехала на работу не к 10, а пораньше. Это было начало 10. А вчера им поменяли холодильники, поэтому не знаю. Но они, когда я прям удивилась, во-первых, запах был паленой проводки, а потом, говорю, по низу прям вот пошел вот этот вот огонь. Они прям сами испугались, стали бегать тут вызывать. Но они вот, девчата, я их спросила, говорю, девчат, что вам холодильники поменяли? Они говорят, да. Вчера поменяли холодильники. Вот успела, говорю, ряженку купить. И быстро сдачи дали, а уже после меня не стали отоваривать.